Всем привет! Получил очередной заказ AliExpress. На этот раз подсумок или как чехол, сумку для термоса я брал. Она вообще идет под бутылку, но я брал для термоса. Так, открываю одной рукой. Одной рукой не открывается. Надо прибегнуть к ножику. Ну, как обычно. Все неудобно, но лень побеждает. Лень побеждает ставить штатив, там что-то заснимать. Так. Цвет, ну конечно, там цвета не совсем понятны. Я взял такой вот серенький, вот, ну вот это, я думаю, не так будет броско. Камуфляж. У меня, в принципе, есть рюкзак RH12 от компании 5.11. И на этом рюкзаке, в принципе, предусмотрено тоже крепление Молли. Да, они называются. Ну, качество такое, я вам скажу, хорошее. С ремнем, в комплекте он идет. Внутри. Так. Внутри. Ну, вы знаете, ну, пошит, конечно, в традиционной китайской манере, но материальчики я щупаю, и внешне прям, ну, нельзя сказать, что это подвал. Вот так вот. Здесь задняя подкладка, вот эта она жесткая. Если с этой стороны мягко материал, дно. Тоже достаточно мягкая. Спинка у него достаточно жесткая. Здесь кнопки. И ну, как обычно, да, Китай шьет у нас вот так вот. То есть не прошито до конца. Как они любят. Что-то не доделать. Вот, ну, в принципе, это роли не играет никакой. И вообще непонятно, зачем надо было двойной слой делать, чтобы утяжелять конструкцию. Вот, я пользуюсь термосами. У меня два термоса. Термос литровый компании Термос ФББ и термос 0,75. Ну, когда я так выхожу куда не длительно, беру 0,75, если подольше, я иду, беру литровый. В руках носить неудобно, не всегда я с собой беру рюкзак, потому что он мне не нужен. Бывают просто прогулки, там у меня есть выходы, там некоторые места я хожу, там с людьми встречаюсь, пообщаться, там что-то посидеть, и мне ничего, в принципе, кроме там чая не надо. Термос нести или ехать с ним в руках неудобно. Я вот для этого и купил себе сумку. Вот так вот она получается с литровым термосом ФББ. Тут есть запас. Запас, так что сюда влезет даже, наверное, бутылка полторашка. Сейчас я попробую. У меня на столе стоит она. Секундочку, одну. Бутылка полтора литровая Фанта. Полторашка. Полторашка влезла как раз плотником. Вот, пожалуйста, полтора литровая бутылка, можете видеть. Ну, такая сумочка. Вот, полторашка. Ну, 2 литра, не знаю, можно попробовать запихнуть и 2 литра. Двухлитровая бутылка. На двухлитровый уже, ну, по крайней мере, одной рукой она не лезет, хотя здесь она по максимуму расширена. Как говорил мне один знакомый, ну, не лезет и не суй. Вот. Ну, как-то так. Значит, 1,5-литровая бутылка вылазит вполне. Термос 0,75. Ну, для термоса 0,75 она несколько так великовата. Конечно, хотелось бы, чтобы она была впритык, но получается она вполне универсальная. Можно затянуть, да, вот.
и взять за ремешок и пойти куда надо. Вот. Если что, можно повесить на пояс. Но один момент меня смущает. Ремни, они достаточно низкие. Центр тяжести... Ну, центр тяжести, он получается ниже. Ниже середины, и как бы будет не свисеть равномерно. Ну, как-то так. Что я могу сказать? Ну, в принципе, я рекомендую вам товар покупки. Здесь липучечка. Удачных покупок!